В период дислокации и первой ротации в Литве бельгийские военные будут дислоцированы в Рукле, где вместе с военнослужащими Германии, Нидерландов и Норвегии будут участвовать в совместных полевых тактических учениях. В Литву бельгийцы везут транспортные грузовики, с помощью которых будет гарантирована мобильность всей боевой группы батальона. Колонна военной техники сегодня двинулась по магистральным и региональным дорогам по маршруту Клайпеда-Рукла. В ближайшие 2 года в боевой группе батальона передовых сил НАТО будут служить военные из Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Хорватии и Франции. Всего около 1200 военных. Боевой группой батальона будет руководить Германия. Немецкие военнослужащие составят основу боевой группы. Командование немецкой части вчера вечером прибыло в Литву.